Ого, сколько много! Это твой и это твой. Это бабушкин, это мамин, это Руссо, а это папин. Дин, да, открывай, это один. Най-най-най, вот один. Это 19, вот один. Вот, вот, вот один. Это 19, вот один. Вверху, вот. И тут один открывай. Вот один открывай еще. Угу. Ой. Достать. Сейчас. Ну, так его сейчас еще, чтобы все не вывалилось. Все, конечно же, вывалилось. Это какое-то 3, 5. Так, сейчас найдем. Сегодня первая кошка. В общем, маленькая, но тяжелая. Еще надо почитать, что там. Руссо. Фокусируется, нет? Сфокусировался. Такой вот кремушек. Здесь у нас 14 миллилитров. 14 миллилитров, да. Первый день такой. Ну, нормально, кремушка так. Так, сейчас мама будет открывать свой. У нее от Гарниер с различными масками. Тебе просто вот здесь каждый день будет вылазить одно. Ты вытаскиваешь. Ну, они, конечно же, все поперепутались, да? И вот так вот одну вытаскиваешь. Отсюда. Вот, вот, вот. Да, одну. Тебе не просто. Да. Две лезут, да? Ну, потом запихнем вторую. Опа! Гранатовая маска. Супер увлажняющая маска. Это которая этот делаешь и потом не смываешь, а массажными движениями, да, вымочить. Остатки в массируешь это. Как раз, что мне надо. Угу. Мама, Спасибо. первая маска. Она тряпочная, да? Так. Руссо тоже откроем. Артем сказал, свой будет потом как-нибудь открывать. Хочет подождать несколько дней. Не знаю. Сейчас будем открывать Руссо. Вот такие вот вкусняшечки. Это тебе, да. А то ты ходишь, смотришь, все открывают, а тебе не дали, да. Ты такой любишь. Вкусный, распробовал? Вот теперь каждый день будешь вкусняшки кушать. Всем привет! Сегодня, в общем, ничего не снимала. Утром только сняла, как это без календаря открывал. Кристиан, сам я. И, в общем, потом весь день закрутились. То с мамой дома были, делали пельмени. Потом уже Кристиан приехал со школы. Сейчас вечером поехали с Артемом по магазинам. Купили елочку и кое-что из продуктов. Сейчас вам покажу. И потом сейчас будем ужинать и уже, наверное, продолжу завтра снимать. Завтра будем украшать елочку. Вот купили елку, решили взять искусственную. Вроде хорошая. Сейчас посмотрим. Взяли 1,80 м. 120 евро стоило.
Тук-тук. Ёлка. Ёлка. Ёлка, да. Сейчас будем открывать, строить. Сейчас разберем вещи. Так, теперь еще заехали в магазин. Такие елочные игрушки. Пилоты, чтобы елку подключать. Такую гирлянду на елку наматывать. Взяла она как раз зеленого цвета. Там тоже удлинитель. Это вино. Что мы еще тут купили из продуктов? Так, это взяли Кристиану молочный ломтик. Соус томатный. Еще соус томатный. Малину. Еще такой вот молочный ломтик. Вот такое вот вино. Очень вкусное. Это ризлинг фруктовый и сладкий. Очень вкусное это вино. Со скидкой было. Кристиану завтрашкового круассан. Айсберг. Лук. По скидке там был. И вот такой вот сыр буррата. Немного купили. То, что кое-что подкупить. Хлеб такой. И еще слойки со шпинатом и сыром. Елка у нас стоит всегда в этом углу, в принципе. В том, потому что шкафчик, а в другом. И тут домик сейчас надо будет убирать Руссо. Это у него интерес, конечно, погрызть. В общем, такая, ее надо расправлять. Уже потом вам покажу, когда сделаем все красивенько. Пока так непонятно. Руссо, ты куда собрался? На дерево уже? Смотри, смотрите на этого кота. Так, у нас сегодня вообще простенький ужин. Курочка, салат с буррата. Простой, но очень вкусный ужин. Руссо, елку не трожь. Нань, три завтра? Ну-ка, два, давай показывай, что там у тебя. Ой, самосвал, грузовичок. Супер. Так, давай посмотрим тут что. Тут уже что-то опять продавилось. Где три тут? Ищи. Вот три. Я нашла. Два. Один. А, два надо, один. Да? Один. Один. А где два? Один. А, вот два. Один мы уже открыли. Один. Два. Два. Открывай. Ой, какой там маленький. Ой, какое маленькое яичко. Яичко маленькое. Конфетка. Ребят, всем привет. Мы тут с мамой. Приехали в центр у нас. Пройтись по магазинам спонтанно. У нас сегодня такая погода. Очень мокро. Идет снег, но тает. Сейчас уже более такие крупными хлопьями пошел. Так что сейчас прогуляемся немножко в магазинах. Потом поедем домой. Уже поставили рождественский рынок. Ну, такая погода. И, конечно, все такое серое, мрачное. Еще не открылись. Они где-то с 11 часов начинают открываться больше. Вот тут тоже все подготавливаются. Идемте посмотрим нашу елочку, как украсили. Тут продают рыбу жареную на костре. Флам-кухон такой. Тут Санта-Клаус ловит рыбку. Тут ангелочки. Здесь глинтвейн. Ну, у нас, конечно, маленький такой. Тут разные. Все еще закрыто. Потом, может быть, уже когда мы домой поедем, откроется. Я поснимаю вам, как открыто и что там будет продаваться. Нажать, наверное, вот такой домик. Тут картошку фри продают.
как обычно у нас украшают, одевают шапку, такие елка с шарами, ну все как стандартно, и все эти еще закрыты. Ну когда пойдем обратно, я думаю, в часов 11 они откроются, сейчас только 10 утра, посмотрим, что. Ну, в этом году как-то их маловато, реже стоят, расстояние больше друг от друга. Да, вот такая. Снег идет, конечно, вообще. Если бы еще ложился, было бы красиво. Угу. Иди, быстрей. Открылись уже ларечки. Сегодня погода неприятная для прогулки, конечно. Мы уже идем обратно. Зашли в магазин, кое-что купили. Какие-то тоже из камней сувениры продают. Красивые это вот эти самые. Ребят, мы уже дома. Уже давно приехал Кристиан. В общем, пришли с магазинов, отдыхали, пообедали. И этот, сейчас покажу, что себе купила моя мама. В общем, покупала она только себе, потому что мы для этого и пошли просто прогуляться, заодно посмотреть, что там, может быть, ей понравится. И еще мне пришла посылочка для Кристиана. Сейчас вам покажу. Так, мама себе взяла такой спортивный костюм. Такую худи. Такую худи. И к ней такие тут спортивные штаны с карманчиками. В общем, они были по скидке. Брали в Нью-Йоркере. 10 евро штаны и 10 евро худи. То есть 20 евро вот этот вот костюм обошелся ей. Ой. Похож на мой, только у меня это сиреневый такой, больше фиолетовый, а у меня чуть-чуть темнее фиолетовый. Тоже я брала в Нью-Йоркере, но чуть другой это. Потом мы заходили еще в C&A. Взяла такие теплые носочки Кристиану зимние. Ну, просто дома ходить. 3 пары 7 евро стоили. Потом в целом там мама взяла себе вот такую вот кофту. Она такая мягенькая, такой мятный цвет, красивенькая. Под низ можно футболочку или тоненькую такую какую-нибудь с длинным рукавом кофточку. И еще мама взяла себе вот такую вот голубенькую кофточку. Ой, что ж такое, пакет шелестит. В общем, такая тоже. На рукавах такие типа пайеточки сделаны. В общем, такая неплохая тоже, с джинсами носить сейчас отлично. Просто чтобы где-то не сильно теплая, но такая хорошенькая. Еще вот такую тоже себе мама показала кофточку. Ну, это мы просто сегодня быстро прогулялись, потому что хотели посмотреть. Сейчас же начались скидки на адвент-календари, но их быстро раскупают. Маме просто было интересно посмотреть, какие есть. Но уже почти ничего не было в магазинах. Мало выбора. Конфетные есть, только вот такие какие-нибудь с косметикой, с игрушками, их уже мало. Потому что сразу, как только скидки начинаются, их забирают. И сейчас еще покажу, посылка пришла с Лидла нам. Опа, да так. И тут я уже мерила, все, заказала такие вот штаны Кристиану. Это размер 134, они ему длинные, конечно, немного, так как у него сейчас 128, но 128 не было в наличии. Поэтому взяли 134, подвернем и еще купим 128 еще на одни на запас, наверное. Эти ему хватит на следующий год еще. Такие, да. И они недорогие, около
18 евро, по-моему, или 15 евро. Плюс, так как уже в магазинах не было, было только онлайн, и размеры Кристиана, естественно, в магазинах не найдешь. Нужно либо сразу, как только выкладывают, идти. Потому что потом, когда вспоминаешь, уже ничего нет. Ну, в общем, взяли такие, будет ему. Они не прям уж супер теплые. Знаете, что они еще где-то, ну, как бы такие. Не прям супер-супер утеплённый, но для нашей зимы как раз. Покататься на санках, если куда-то поедем. Вот, такие штаны пришли. Лидли есть, если кому нужно для деток. Там есть и для деток помладше, они еще дешевле. И по качеству они более теплые, чем вот эти. Это уже для более взрослых, и они такие более легенькие. Ну, мне понравились за свою цену, потому что везде стоит от 30 евро. На одну зиму я вообще не вижу смысла, потому что он вырастает с них. Если ему берешь по размеру, то он вырастает сразу на следующую зиму. Поэтому взяли ему на вырост чуть-чуть и подешевле. Такие вещи, когда мы тут выходим пару раз. Если бы он катался на лыжах, там на сноуборде, тогда можно было более качественную брать. Но у этих качество хорошее, просто что они, может быть, попрохладнее, чем если более дорогие брать. Но за 15 евро, считаю, самое то. Так, сегодня у нас второе. Давайте откроем. Уже вечер, сегодня как-то не до календаря было. Что-то вообще маленькое-маленькое. Кремик. Оксид какой-то. Дерматологический. В общем, что-то, наверное, для кожи, может быть, это... А, это нет, это серум для кожи вокруг глаз. В общем, такой маленький, очень маленький. Так, сейчас откроем Руссо. Такие, кстати, пакетики довольно большие. Мы такую порцию мы за один раз никогда не даем. Такие какие-то, как знаете, сушеные бывают, кальмары какие-то. Такое. О, бежит. Что там? Понюхай. Он у нас уже на елку и тут столько раз залез. Это вообще. Че, пакеты не передают запах?